Здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас на канале «Прогулка по Литве». Сегодня у нас праздник. Как видите, столько народу на улице. Вот эта центральная дорога, проезжая дорога закрыта, и люди спокойно гуляют по проезжей части. Сейчас я буду дальше вам снимать. Видите? Вот. Столько народу на улице. Сегодня я, как вам сказала, праздничный день в Литве. День коронации короля Миндаугава. И поэтому столько народу. И там флаги висят, где-то мост Миндаугатильтас называется, и там концерт проходит. Я буду для вас это тоже снимать. Это вот я вам показываю, это мост Миндаугава, как раз там проходит, там поют песни, показывают разные вещи, и там огромный вот экран, оттуда тоже можно наблюдать то, что происходит. Смотрите, столько народу, и там, и здесь, и все наблюдают. Сейчас музыка опять начнется. А там, видите, даже камеры снимают. Вечером вот положили даже стулья, там будут сидеть. И там на мосту будет проходить концерт. И можно сесть там и наблюдать за концертом. Маленькие кораблики какие-то. Ну, отсюда маленькие видны, не настолько маленькие, скажем. Музыка начался. Вот там на экране тоже показывает. Там башни в виде мина. Thank you.
Ачу. Ачу, это спасибо. Вам тоже спасибо. Как красиво здесь все-таки. Все в зелени. Сейчас мы в Акрополисе, в Максимуме находимся. Смотрите, какой здесь медведь желтенький. Позирует нам. Молодец, умница. Смотрите. Ой. Вот обнимается медвежонок. Как хорошо.